1 июля в стране действует административная юстиция. За три месяца 2021 в областной суд обратились более 170 североказахстанцев. Из них 30 пришли к примирению. Об эффективности новшества служители Фемиды рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций. Подробности далее. В Казахстане суд рассматривает три вида дел – уголовные, гражданские и административные. С начала июля 2021 в стране действует административная юстиция. Она направлена на разрешение споров между гражданами и госорганами. За это время в суды Северного Казахстана поступило более 170 исков. Из 170 исков уже имеются рассмотрены с вынесением и решения, и определения. Если перейти к решениям, из вынесенных решений 75% на сегодня состоялись в пользу истцов. То есть судами были установлены нарушения, допущенные административными органами, должностными лицами, и, соответственно, по этому решению признаны незаконными и возложена обязанность по устранению допущенных нарушений. Если раньше суды удовлетворяли 18% исков, то сейчас эта цифра увеличилась в разы. В некоторых случаях обращения не подлежат рассмотрению. В основном они связаны с незнанием закона или же умышленной подачей исков и привилегированным положением истца. Чаще всего споры возникают в сфере земельных, налоговых и жилищных отношений. Большая часть из них заканчиваются примирением. 30 примирений за три месяца. Это говорит о том, что наши государственные органы, наши граждане уже осведомлены вообще об административной юстиции. Ну, если конкретнее говорить о примирении, значит, конечно, не во всех случаях можно примириться. Примириться можно только тогда, когда у конкретного административного органа, у должностного лица есть возможность примириться, а именно административное усмотрение. Граждане стали видеть в административных судах реальную защиту. Сегодня подать заявление можно онлайн через электронный портал или обратиться за помощью лично. Алеша Рашимов, новости МТРК.